здесь находитесь. А что вы здесь делаете? Ну, приехал, вот вот еще. Скажите, пожалуйста, вас за что задержали сейчас? Говорят, за это разбойное нападение. А вы знаете, за какие разбойные нападения? Нет. Сейчас вас задержали. За что? Не знаю. Вы не знаете, за что вас задержали? Нет. А вот вас задержали, вы совершали какие-то действия, ну, так после говорят. Чего вас задержали? Ну, так говорят. Не знаю. Это телефон контактов, как мы не знаем. Городской машина. А, это полностью у нас кодный перевод. 8:40. Снимал, кто-то ел, что постоянно одно и то же не доверяет. Я что мне это уже покон. Открываем. Снял? За что задержали, знаешь? Да вот. Что сделал такого, за что задержали? Непонятки были мне. Какие непонятки? А взял пассажиров. Пассажиров взял, вот, не знал, кто они такие, вот, на эти заехал. А что дальше произошло? Ну вот взял пассажиров. Что случилось дальше? Это ограбили, что ли. А как ограбили? Сильно или что? Или просто... Ну, как произошло, просто объясни. Ну, машины взяли. Я спал, вот эти, они сидели, вот, ждал. Потом сказали, поехали. Едем на дорогу. В сторону МКАДа спускаемся на дорогу, вот в сторону МКАД. Неожиданно вот это вот. Аварии делают машины. И с моей машины вот, пассажиры уходят туда. Туда же идет вот эту, грабит машину. И стреляет там они. А сколько денег-то забрали? Не знаю. Я даже денег ничего. Вот эту сумку видел, чтобы они взяли все. Ну а сколько их было дагестанцев-то? Двое в Дагестане, один азербайджанец. Один. То есть у вас четверо на машине было, да?